составляющие. Вот. И подействовал он на меня в том плане, что я сама жаворонок. Поэтому я люблю рано просыпаться и рано ложиться спать. Ну, как рано? В 9 вечера я уже готовлюсь ко сну. После этого приема напитка я не могла уснуть до часа ночи. То есть моя нервная система как-то возбудилась, вот, и стала меньше спать. На протяжении этих 4 дней и дальше у меня сон уменьшился. То есть я уже не спала не 9 часов, там не 8, а 7, и мне уже было достаточно. Так вот, сейчас я второй раз прохожу этот DX4. И после первого дня я думала, ну точно так же не буду спать. Ничего подобного. Я выпила этот напиток на ночь и спокойно уснула. То есть я считаю, что моя нервная система успокоилась, приспособилась и воспринимает это как должное. Ну вот, чем я и хотела с вами поделиться. Может, это только у меня. Я, кстати, хочу сказать, что у меня щитовидка спит, и я очень тяжело расстаюсь с весом. Так вот, за первый раз у меня ушло за 2 дня 1,5 килограмма, а сейчас эти 1,5 килограмма у меня ушли за первый день. Вот что я заметила. И это радует. Это очень круто. Усиливается метаболизм и обмен веществ ускоряется. И ваш Несмотря на организм то, что вас щитовидка быстрее спит. слышит. А почему она Она спит? уже просыпается. Да, она уже Вера, она просыпается. уже Я не просыпается. принимаю никаких гормонов, но у меня температура тела моя, с которой я привыкла и спокойно себя чувствую, это 35,5. Поэтому я и считаю, что щитовидка у меня не дорабатывает гормонов. Но вот сейчас она просыпается. Надо померить, измерить температуру. Ну, да. Обязательно просыпается. У нас сколько примеров, когда человек на продукции, кстати, по щитовидке у нас просто эндокринологи не умеют, не знают, как с ней работать. То есть они либо назначают гормон, либо вырезают. Я не пью гормонов, принципиально. Да, то есть никто не работает с причиной, да, убираются только последствия. Поэтому вы на верном пути и со временем, да, невозможно же себя поменять, особенно когда вы накапливали годами это Ну, все. И не естественно. будем забывать, что сейчас у нас у всех достаточно серьезная стрессовая ситуация, и даже когда человек говорит, нет, со мной все нормально, я не стрессую, я не переживаю, у меня там в целом все хорошо, этот фоновый стресс, его просто незаметно. Поэтому очень круто, что вы здесь, что вы пьете Forever, что вы вот проходите очистку. В целом, решение о том, чтобы начать проходить программу в такой период, это вообще, ну это круто, это Я очень круто. добавлю, можно по теме сразу, потому что как бы есть, ну сейчас и наши врачи, и наработки, и вообще как бы, ну читаю много по нашим всяким темам здоровья, я могу сказать, что вообще гормональная система от стрессов очень сильно страдает. На это надо учитывать и обращать внимание. Вся наша гормональная система, вот именно эндокринная система, гормональная система, очень реагирует и очень находится в близком взаимодействии с нервной системой. Ну, а сейчас какие бы мы ни были позитивные, оптимистичные, человек не может спокойно реагировать на происходящее вокруг. Ну, любой нормальный человек на это не может нормально реагировать, даже находясь вроде в абсолютно безопасном месте. Все равно болит душа, и все равно организм это прокручивает, голова это прокручивает все время. Все равно люди все время находятся на таком этом. Почему я это говорю? Что очень важно сейчас следить за нервной системой. У нас есть замечательный продукт, я это повторяю в течение всего этого периода и времени, В12 с фолиевой кислотой. Это тот продукт, который сейчас и детям, и взрослым продукт, очень важный и очень необходимый. Он действительно очень хорошо работает с нервной системой. Возьмите на вооружение и просто всем детям обязательно по одной таблетке в день. Дети, которые кажутся очень спокойные, дети, которые, кажется, нам не понимают, поверьте, все дети сейчас, ну, я вижу по своим, по знакомым, по всем, все дети сейчас повзрослели лет на 5 за один день.
как бы каждый в своем возрасте. И это та проблема, которая придется еще будет не только у детей, и у взрослых. У взрослых у многих тоже настолько в стрессе, что это еще очень долго мы будем, ну, будет очень долго еще из этого выходить. Поэтому поддержите хотя бы себя, свой организм, организм своих близких таким продуктом, как В12 с фолиевой кислотой. Взрослым можно по две таблетки, детям одну таблеточку в день. Лен. Да, спасибо, я здесь. Да. Я хочу коротко еще мимоходом добавить про то, что Оксана вчера говорила, про медитацию, про танцы, про прогулки, наполняйте себя этим, про физическую легкую активность, если вам хочется есть силы больше, пожалуйста, но не нагибайте себя, не заставляйте, и чувствуйте свой организм. Вот с каждым днем, вот Вера, да, очень правильно сказала, уже вторая очистка, уже организм по-другому, то есть вы его лучше слушаете. И хочу еще добавить насчет стресса. Всегда самый большой стресс – это переезд. Переезд в другую страну – это вообще глобальный стресс. Человек может думать, что со мной все хорошо, но как бы, но на самом деле это хроника, и мы ее просто застилаем. Поэтому вот наш алоэ – это вообще подарок богов, и то, что у нас есть возможность принимать эту продукцию, я считаю, нам просто очень круто повезло. Вот, поэтому сегодня у нас второй день DX4, где, в котором говорится, да, вырешуй, приймай цели, плануй і став конкретні смарт-цілі. Тобто це все повинно прописано бути не взагалі, я себе краще почуваю, а конкретно, що для вас краще вас себе почувати, що? Ви просипаєтесь, у вас покращилась пластика, у вас гарний сон. До речі, про сон я вже багато років сплю спеціальною пов'язкою на очі, тому що навіть, ну, в свій час, коли я робила вдома ремонт, мені так захотілося, щоб всі виключателі були з цими, знаєте, заходиш, а воно горить, кнопочка така. Так от бажано, щоб цього не було. І якщо у вас, тобто приміщення повинно бути темне, в ідеалі це так, якщо у вас шумно, ще є біруші в уші. Тобто це абсолютний повинен бути спокій, і дуже гарно, от і в нас в брошурці це також ця порада присутня, прописати смарт-цілі і перед сном собі про це якби проговорити, наговорити. Перед сном у нас взагалі, в нас же наша підсвідомість, вона не спить ніколи. Вона постійно навіть вночі працює. Так чому б не дати їй завдання, в якому напрямку їй попрацювати вночі? Чого ви хочете? І що це для вас? Ви можете підібрати якийсь собі аудіонастрой коротенький і наповнювати себе цим. Якщо, до речі, в кого є якісь побажання, можливо, комусь складно або немає часу самому це зробити. В нас є великі напрацювання. Будь ласка, пишіть в чат, ми будемо ділитися. Стосовно всього будь-чого, психоемоційного стану, фізичного навантаження, до речі, для будь-якого віку, будь-які питання. Можливо, вас, ну як то, тут всередині щось турбує. Пишіть, все пишіть. Так от. Перед сном дуже важливо, тому ви можете це вже, знаєте як, на фоні DX4 почати запроваджувати собі таку звичку, коли ви просто от про щось гарне думаєте. Ще є така навіть практика, можливо, комусь важко заснути, або, тобто, ми, коли закриваємо очі, ми свій погляд, якби то, знаєте, завертаємо далеко в голову, тобто там, де наш, за третій глаз, і даємо якесь питання або запрос на щось, або що б нас хотілося. І стосовно цілей, дуже важливо, і це буде дуже ефективно, коли ви будете прописувати, наприклад, що для вас саме гарне почуття. Ну, знаєте, це абстрактне, тут нема конкретики, і тут нема вас. Що саме для вас гарне самопочуття? Тобто, як я знаю, у нашої колеги і партнера, тобто вона казала, я можу сама прийняти душ без сторонньої допомоги. Тобто для когось це взагалі не ціль,
А для когось це ціль. Або десь там присісти, або наклонитися, або мати змогу. Тобто, як буде проявлятися ваше життя, коли вже ви досягли цієї мети? Коли ви можете, там, коли ви гарно харчуєтесь, коли ви спокійно, тобто, наприклад, я спокійна без перекусів. Тобто, я досягла вже цієї мети, що я молодець, я умнічка, і мені добре, гарно, без перекусів. Я це зробила. Я наїдаюся, тобто я підібрала для себе такий прийом їжі, якою я наїдаюсь. Стосовно DX4, так, що ви хочете впровадити в своє життя? Тобто молодість, красу. Хтось хоче покращити стан шкіри, хтось хоче додати пластичності або ж налагодити роботу нашого кишківника, так, або там поганяти жолч, або щоб там жолч з поджелудочної у нас потоваришувалася. Тобто десь навіть в формі гри ви це можете додати собі. І ще скажу, що в нас ми можемо вже сьогодні готуватися на завтра, бо в нас буде їжа завтра. Ми фото відправимо, ну, це все у вас є самі, будь ласка, дивіться, але ми можемо також продублювати, на що вам звернути увагу. Тобто ці продукти треба або купити, або знайти. І є такі суперфуди, так, як авокадо, наприклад, яке взагалі постійно має бути постійно в нашому раціоні. Це просто суперчудо-продукт, як і кусочок сала. Так от, там запропоноване насіння. Насіння я раджу замочити на ніч. Тому що це є таке головне правило, насіння, горіхи і крупи всі рекомендовано завчасно замочувати, щоб з них вийшла фітінова кислота. І далі навіть, ну, горіхи, якщо знаєте, ви там вдома в огороді позбирали, ви знаєте, що з ними як. А особливо, якщо ви купуєте. Тобто по них там могли бігати мишки, вони могли там зберігатися в якихось погано провітрюваних приміщеннях. Тобто ви навіть це все замочили, далі цю воду злили обов'язково, промили. Якщо там горіхи, я навіть кип'ятком зверху, так, знаєте, обдала. Щоб... Це як антипаразитарна профілактика. І головне, що ви прибрали цю фітінову кислоту. І горіхи, і насіння, вони краще засвоюються, коли ви... Не в сухому вигляді, тому що воно як зайшло, так і вийшло. Його треба або перебити, а краще замочити, щоб воно розкрилося. І горіх, він, якщо вам такий не подобається, ви можете далі підсушити його на сковорідці. Але ж це взагалі я кажу. А стосовно DX4, це обов'язково повинно бути сире, не солоне. І якщо ви його замочите, тобто засвоюваність цього продукту, вона буде в рази більша. Це такі головні рекомендації. Якщо я ще щось згадаю, я обов'язково буду писати в чат. Це в нас така як підготовка. Хтось, можливо, знаєте, в когось буде час і завтра зайнятися цим питанням, тобто купити продукти, підготувати. А комусь треба завчасно. Якщо ви, наприклад, дома в селі, то і у вас є квасоля, яку, можливо, десь треба знайти або взяти у сусіда, її треба завчасно замочити і приготувати, так? Можливо, якщо ви за кордоном, у вас вже є в баночці готова, там нічого робити не треба. Це все відносно залежить від вашого стану. Отже, я хочу дати ще слово, у нас були бажаючі, хто там тягнув руку. Будь ласка, я вас прошу підключитися і сказати пару слів. Як самопочуття дати нам зворотній зв'язок? Доброго ранку всім. Ну, я проходжу програму другий день. Я вибачаюся за свій вигляд, бо я на роботі. Все чудово. Проходжу другий раз, вірніше. Ну, на цей раз, я вам хочу сказати, мені тяжче. Я в цьому бачу декілька причин. Перше, у мене додавилось стресу. Я живу під Києвом, і в мене трохи додавилось стресу за ці 4 місяці, які були між двома програмами. А друге – холод. От я не знаю, як на кого, а на мене він дуже діє. Можливо, тому що організм забирає більше чогось і корисних речовин, і імунітету, і мені в холоді тяжче проходити цю програму. Вчора був перший день, і я взагалі не могла зрозуміти, в чому справа. Дуже сильне слиновиділення, якесь почуття таке, що мені хочеться їсти постійно. Я з'їла всю норму, 8 таблеточок, і ще хотіла додати. Sensational.
І у мене першого разу такого не було. Але от сьогодні поспала, Lehman Brothers зробив своє діло і думаю, що краще. І ще по відчуттям. Сьогодні у мене тяжкість в голові, не знаю, може там токсини зібрались, а вчора у мене були такі дуже неприємні відчуття у правому підреберні. Може, ви це прокоментуєте, може, там якась пішла чистка, або я щось неправильно зробила. Ну, я по схемі все, як положено, як в книжечці написано. Ну, от такі мої. Якщо можна, прокоментуйте. Так, я прокоментую. Все у вас добре, все нормально. Дивіться, кутайтесь. Особливо, я бачу, мені здається, у вас дуже немає лишньої ваги, так? Ні, у мене немає. Я ось тому ви мерзнете. Дивіться. Якраз набрати цієї програми. Дивіться. Це нормально. Очистка вам це збалансує і приведе в норму кровообіг. Все можливо, знаєте, як то кажуть, не з першого разу, але поступово вона свою роботу зробить. Дивіться, біль у правому підреберні, це все нормально, це прокачка нашого жовчного. Алоє дуже хорошо з ним працює, а у нас, до речі, ну, це, як то кажуть, біч нашого времени, низький рівень соляної кислоти і плохая робота жовчного. Всім ставлять холецистит, загиб. Дивіться, алоя це все дуже гарно поправляє. У мене, як казали, у мене був вроджений холецистит, і коли я дуже цю проблему постійно моніторила, постійно говорили, що це все на все життя, не переживай спокійно, в тебе все добре. Так ось останнім разом ніхто мені холецистит не ставив. Нема загиба жовчного. Я говорю, як нема? Немає, нема. І що говорю, нічого там немає? Ні, немає. А давайте зробимо, як він працює там. Я навіть робила, є такий аналіз, коли робиться УЗІ з жовчним завтраком. Тобто робиться кілька УЗІ підряд і дивиться саме на роботу, як він працює жовчним. Тобто у вас, і все було перфект, все було супер. Тобто алоя свою роботу робить. У вас норма. Що ви можете зробити? Ви можете додати скрутки. Скрутки, коли ви сідаєте і скручуєте свій організм повільно в різні боки. Якщо ну хочете, я можу щось відправити в чат, можете самі в інтернеті подивіться. Ви можете дуже гарно щось, наприклад, поїли і руки підняли вгору. Просто підняли руки вгору, і це також воно як допомагає розпрямити жовчний. Далі, ви можете просто погладити, зробити собі як масаж, навіть якщо ви там не професійний масажист, і там є да, спеціальний вістелярний масаж внутрішніх органів брюшини, але ви можете самі, просто так, як ви відчуваєте, трішки продавити цю зону. Ще є така рекомендація, як діафрагмальне дихання, особливо якщо у вас сидячий спосіб життя, це така, знаєте, необхідна нам річ. Також можна знайти в інтернеті і робити ці вправи. Якщо є почуття голоду, про лягушку вже казали, знову ж таки. Я забула. Ну, вчора просто був відправити. Просто ми забуваємо, ми не те, що не знаємо, ми забуваємо. Так, пити більше води, так, можна додавати лимон, але ж, як то кажуть, якщо ти голодна, то воно, думки тільки про це. Є багато, тому я й кажу, не стісняйтесь, будь ласка, пишіть в чат свої почуття, тому що, як то кажуть, одна голова добра, а 120 краще. І хтось щось та й допоможе і зарадить, або ви самі згадаєте, поки ви там будете писати і про це все думати. Ви ж розумієте, тільки ви даєте запрос, ви готові отримати відповідь. І відповідь просто ваш мозок вам може надати, не обов'язково це від когось. Або знаєте, мимо людина проходить, сказала одне слово, все, у вас клац, і включилось уже все, і вже осознання прийшло цього моменту. І ще від відчуття голоду дуже-дуже класно. Я вже казала минулого разу, коли проходили програму, і перед цим у нас чай, 200-й номер. Я п'ю постійно. Це просто мій напиток по життю. От, і його так от заварювати і пити ще додатково, він також знімає відчуття голоду. Ні, ну сьогодні вже, я думаю, що буде по-іншому, тому що, може, я якось неправильно зайшла на програму.
проблему. Може, я перед цим треба було день якось себе краще підготувати. Ну, мабуть, це залежить. Це у вас правильно. Зрозумійте, все йде зараз так, як повинно бути. Кутайтесь, не тримайте себе в холоді. Це дуже важлива порада. Якщо ви знаходитесь в холодному приміщенні, візьміть або грілку з теплою водою, або звичайну пластикову бутилку, наберіть в неї воду і ходіть з нею, покладіть десь біля себе, спіть з нею. Але знову ж таки, якщо дуже гаряча, то кутайте її в щось, бо буде ожог. Ну, тобто, правила безпеки підтримуйте. Не можна вам мерзнути. Тобто, якщо ще йде недобор ваги, це нормально, це просто у вас нормальний стан. І все, ви зайшли правильно, нормально, у вас є прийняте рішення. Ну, так, і потрібно пам'ятати бути... про обмін речовин. Він у кожного різний, це дійсно так. І є люди, які дуже мало їдять і не можуть втратити вагу, а є люди, які дуже багато їдять і не можуть набрати вагу. Ні, я багато не їм, мені наоборот, мабуть, треба більше їсти. Ось, ну, це таке, я просто по собі знаю, я вже досить... Ну, років 15 в одному как бы весі, да, то що називається. Хоча дуже багато мої подруги удивляються, тому що я себе как бы в їді єдина, яка їда. То я не люблю жирне, я не люблю сладке, вообще не їм. Я його просто не люблю. Ну, то есть мне вот то, що Лена говорить, мне совсем не интересно. Я могу возле любого торта сидеть, проходить, смотреть, как едят все вокруг. То есть меня не тянет, ну, на это. То Оксаночка, тому що ти все життя п'єш алоє. Вот. Ну, у меня, понимаешь, ну, при этом без еды я не могу. То есть у меня нет такой проблемы, некоторые после шести не едят. Я могу спокойно, то есть и все равно это вот у каждого свой обмен веществ, и под это тоже нужно, ну, как бы смотреть и обращать внимание. Это то, что я вчера говорила, слушайте свой организм. Ваш организм знает, что вам надо на самом деле. Да, спасибо. Спасибо за комментарий. Так, це 100%, і те, що ми індивідуальні, і індивідуальний підход до кожного потрібен, тобто з урахуванням особливих якихось, тому що у кожного було різне дитинство, якесь там наповнення, та ж сама нутрієтивна цінність продуктів, яка була у дитинстві, тобто людина може жити взагалі в хронічних дефіцитах все життя. А в когось було краще, ну знаєте, так сказати, це вже таке діло. Далі людина може свідомо так до чогось прагнути. Якщо, як я кажу, у нас у всіх у молодості була ром-кола, чіпси, сухарики, і це було так круто, це було дорого, як це не їсти, а далі хлинуло у нас печення з транжирами, як ми ті вушка просто ящиками їли і вважали, що це круто і так далі. Тобто це все не минає. Спочатку ваш організм справляється, все добре, ресурс є, запас є, а далі, вибачте, фіні. Кінець прийшла хроніка якась, і зараз Forever це все розгрібає. Так що круто, круто просто. Я далі передаю слово, хочу почути ще відгуки. Ну, я хочу за себя сказать, можно по-русски? Второй раз прохожу программу DX4, конечно, а сейчас я только сегодня первый день начала, потому что у меня задержка, да, на почте была моя посылочка. Вот, что я хочу сказать. Первый раз я прошла, я фанат была кофе. Это страшно. Ну, как бы на работе, сами понимаете. Так, сейчас. Вот. Я кофе вообще не пью. Это я проходила, когда вот марафон был самый-самый первый, который, да, вот мы то есть запустили. Вообще кофе не пью. Я попробовала кофе, мне стало, насколько организм поменял, просто гнали в 8-9 вечера, то есть сейчас мы начали в 6-7 вечера, у нас полностью рацион питания дома поменялся. Я начала как бы замечать, что я не ела, я начала, сейчас у меня организм требует то, что я хочу, допустим, я творог вообще не ела, сейчас начала творожок кушать, то есть я, да, допустим, там финики всякие, там вот эти вот, я их на дух не переваривала, ну извините за слово, да, на данный момент я их просто жменями ем дома, поэтому эта программа просто чудо, я вот это сейчас решила второй раз, но у меня хирургическое вмешательство было неделю назад, и как бы нужно, сказали, свой баланс поставить на место. Вот, и я попробовала, думаю, перед этим я выпила, конечно, очень много сока, потому что в день большой стакан я выпивала, потому что были лекарства. На данный момент я чувствую себя великолепно просто,
от нашей продукции, и DX4, я думаю, он мне поможет убрать эту отечность, и я думаю, что еще он мне поставит на правильное питание. Так что у меня такие результаты. А еще спасибо. Самое главное, вес, вот я 3800 сбросила с первой DX4, и у меня он, ну, как бы в плюсах не пошел. Обычно я вот C9 проходила, да, там, допустим, сброшу 5 килограмм, месяц-два проходит, я обратно набираю. Хотя я вообще не равнодушна, то есть отечность идет в организме. На данный момент, я же говорю, что просто супер, у меня эти ушли килограммы, и они не возвращаются. Так что такой результат. И я еще порекомендую после DX4, если отечность, и вообще взять нектар, не сок чистый, а нектар, если с желудком, все проблемы, если нету там язвы или такой вот проблемы, взять обязательно наш чай, только вот его пить, как говорят, полтора где-то в течение дня и выпивать. Он очень хорошо почистит мочеполовую, как бы, и выводит тоже жидкость из организма. И еще рекомендую такие два продукта, как Super Greens и еще ProBi обязательно. Вот я бы как бы, ну, такой, я уже тоже знаю по результатам, которые есть у знакомых, ну, как бы, ProBi я вообще всем рекомендую. Кто, например, не пил ProBi последние полгода, а сейчас пьет DX4, как только закончится DX4, возьмите и пропейте ProBi наш, потому что 100% за полгода у всех у нас есть какие-то, то есть, ну, это вообще продукт такой классный, который очень хорошо работает, ну, сок и ProBi. И Super Greens, его, к сожалению, сейчас нету, насколько я как бы знаю у нас. Ну, можно тогда заменить растительным протеином. Вот то, что я говорю. Ага, есть. Я... О, видите, это значит вообще супер. Вот тогда возьмите Super Greens для себя, если он у вас есть, после этой программы обязательно. Счастливая. И должно было быть. А у меня долго стоялся, не продается. Думаю, вот он для чего мне нужен. Вот. Ничего не бывает просто так, на самом деле. Леночка, я тебе. Оксан, скажи, пожалуйста, а зеленые поля у нас еще будут? Они есть, в принципе, их не знаю. Они есть. Ну, просто вы знаете, сейчас как бы есть перебои с продукцией не только у нас. Это не те продукты, которые у нас перебоем, это во всей Европе. То есть это не потому, что нам не присылают, а потому что нету сейчас на голландском складе, но зеленые поля будут. Да, спасибо. Ой, Лена, у меня вопрос по продукции. Да. Крем Хит меня очень интересует. Кто? Крем-хит, согревающий крем-хит. Пока только в наборах. Пока только, ну, это так. Понятно, а перспектива? Потому что я общалась с моими друзьями в Австрии, у них тоже нету сейчас. У них нету, и у них его и не будет. А мы сейчас делаем все, чтобы у нас он был. Угу. Это связано с европейским законодательством Евросоюза. Вот, у них будет другой продукт, который объявили на Eagle Manager. Кто смотрел Eagle Manager, был эфир, ну, когда вот показывали, там похоже очень, практически с тем же составом, немножко видоизмененные те составляющие, которые в Евросоюзе, ну, как бы там свои нюансы, Европа, там много фармакологических компаний, поэтому они немножко ставят палки в колеса. Поскольку мы получаем через голландский склад, это немножко, ну, как бы мы все-таки немножко связаны с ними. Но сейчас все делается, чтобы у нас он был. Ну, пока он только в тачках. Спасибо. Да, не за что. Кто еще хочет... Можно пока вопрос, Оксан? Да. По первому дню. Вот нужно выпить сразу 3 таблетки термо, ну, через некоторое время 2 таблетки дуопор. Я помню, что я сложно реагирую на терм. Какой опыт у всех остальных был? Кто поделится? Я сразу могу, Лёд, сказать здесь нюанс, что это терм видоизмененная формула. А почему я это говорю? У меня есть, ну, ты точно 100% знаешь Лену Левкину, которая была операция в сердце, она терм вообще не переносит, ну, совсем никак, и вот мы с ней общались, она говорит, что этот терм абсолютно нормально, то есть не влияет ни на давление, ни на что, и нету таких вот
реакции, как это, они изменили его форму, они кое-что убрали, кое-что добавили. Но если у тебя идет такая реакция, то лучше начни с одной, просто это раздели в течение дня. Терм – это больше для энергии и для витаминной поддержки. То есть, скажем, этот составляющий я бы поставила на последнее место в этой программе. Ну вот, если уже говорить о действии на организм. Попробуй просто. Я просто знаю, что есть кое-какие проблемы со здоровьем, поэтому не надо сразу. Начни с одной таблетки и посмотри на свою реакцию. Спасибо. Если у кого-то еще есть комментарии, вопросы. Чат у нас все время работает. В Вайбере группа работает. Так что все вопросы, все комментарии, все в течение сегодняшнего дня, завтрашнего мы туда пишем. Я записывала эту встречу. Я ее выложу тоже в нашу группу. Уже выложила вчерашнюю запись. Кто не смог вчера присутствовать, могут посмотреть, о чем, ну, или как бы пересмотреть, может, какие-то вопросы были, нюансы, моменты, которые интересуют. Эту тоже мы выложим, я выложу в нашу группу, и завтра, в течение дня, я сегодня напишу, когда завтра, в какое время, ну, и ссылочку. Если нету вопросов больше пока, и нету, как бы, желающих что-то еще сказать. Можно еще один вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, наш протеин новый, растительный, можно ли его пить на воде просто? Какой протеин? Растительный? Да-да-да, наш, который идет можно. В программе. Можно. Это, ну вот, пусть поделятся Лена, девочки. Я смотрю, что Лена уже, ей нужно было, она... А Лены нету, да? Да, и она уже вышла. Есть разница вот в ощущениях, когда ты пьешь на воде или пьешь на каком-нибудь вкусненьком молочке? Вот, ну на самом деле совершенно спокойно можно на воде, я точно могу тебе сказать, потому что это как лайт, только растительный полностью. Мы знаем, что лайт на воде, очень многие люди принимают и пьют, те, у которых не могут, не любят молочные продукты, те, которые не могут принимать по каким-то причинам, даже как бы, поэтому совершенно спокойно можно пить на воде, тут скорее вкусовая характеристика, чем смысловая, потому что смысловая все в самом этом протеине все есть. Ну, то есть, скажем так, молоко, которое мы выбираем, оно не добавляет полезности в этот продукт. Вот и все. Поэтому вся польза в самом этом продукте. Поэтому, когда ты разводишь его на воде, вода 100% нужна нашему организму. Вот. Ну, скажите тогда, пожалуйста, кто на каком молоке любит? Я молочные продукты вообще у меня организм не воспринимает. Поэтому я делала, первые DH4 проходила только на воде. И довольно-таки очень вкусно, и я же говорю, что у меня вкусовые качества поменялись, поэтому на данный момент я уже на молоко перешла. Вот эту программу у меня уже все, я уже купила молоко, я заехала в супермаркет, там выбор просто колоссальный, вот, и я купила, сейчас вот на молочке делаю. А первую программу на воде тоже чудесно прошла. Я поделюсь, я делала вперемешку и на воде, и на молоке. Молоко перепробовала разное, больше всего мне нравится кокосовое. Но это то, что из магазина. Да. Вот, домашнее я пока не пробовала делать. Но на молоке, ну, на мой вкус, как-то более насыщенный вкус получается, чем на воде. Ну, на домашнем нежелательно, потому что... Нет, там... какой... Нет, домашнее, я имею в виду, домашнего приготовления. Овсяное, ореховое, у нас же только растительное молоко. Да, да. Да. Ну, конечно, оно получается более насыщенно, потому что в любом молоке, которое бы мы не взяли, уж вода – это просто, ну, как бы вода, да, там в ней как бы нету. А любое молоко, которое мы возьмем, это больше и калорий, и больше составляющих, поэтому, естественно, оно более питательное. А, ну да, в моем случае больше калорий – это то, что надо. Да. Спасибо. И еще, пожалуйста, раз нет желающих, подскажите, что вы едите, кроме всего, что есть в программе, на второй день? Ну, я вот по себе хочу сказать, я делала салат, да, покупала всевозможные, то есть зашла листья, которые есть, добавила там, да, свежего всего там, ну, я много замораживаю, у меня есть
замороженное, допустим, там перчик сладенький, да, вот все это в морозилке есть. Вот, я делала себе салат с оливковым маслом, кунжутиком посыпала. Я наедалась так, что я никогда в жизни столько салата не ела. Я даже не доедала ту порцию, которую, как бы, да, вот нужно. Насколько это питательно, вкусно, но я думаю, сама программа по себе дает, ну, правильные мы получаем, да, вот витамины, полностью все, и помимо этого мы салат съедаем, и все. Третий, четвертый день я уже подключала, конечно, немножко, там или вареную рыбку я подключала, или мясо, но мне этого не хотелось. Мне настолько понравились салаты, это так, было подождите, нечто. Подождите, девочки, рыбка, ага. Мясо, нам же нельзя выйти 4 дня. Ну, я просто как бы не то, что говорю, мясо однозначно я не могу без него, девочки, это, ну, хоть что ты мне сделай, вареную курочку я себе варила, и все равно я немножко добавляла, потому что, знаете, вот это не хочется, ну, как говорится, хочется кушать, просто хочется, и ты понимаешь, что нужно его чуть-чуть вот съесть для того, чтобы тебе его просто не хотелось. Ну, поэтому, может, я объемы хорошо сбросила, а 3800 у меня получилось минус КГ. Поэтому, может, что-то я неправильно делала. На данный момент, как оно написано, вот так и хочу пройти. Вот, правильно. Я тоже хотела сказать, что там получается салат третий-четвертый день, во второй можно перекусы, есть в брошюре, что можно из перекусов. Но обратить внимание, да, то это должно быть, во-первых, только растительная пища, очень важно, и пища должна быть зеленого цвета. Обратите внимание, знаете, очень легко, то есть, ну, как бы, некоторые добавляют там помидоры даже, нет. То есть даже вот в этот салат возьмите, вот пройдите 4 дня, абсолютно так, как там написано. Вот просто для того, чтобы посмотреть и получить результат, и почувствовать свой организм, услышать свой организм, что он скажет на это. Авокадо, наверное, будет очень хорошо. Да, конечно. Авокадо вообще исключительно, оно даже, по-моему, курочку заменит, если его просто больше взять. У меня вопрос по свежим овощам. Вот я вчера зашла специально в супермаркет. Ну, я, конечно, спокусилась, я купила огурчик, но теперь меня гложат смутные сомнения. Нужно ли мне этот огурчик добавлять в салат? На чем он выращен? Ну, дело в том, что, к сожалению, и зелень, которую мы покупаем, можно то же самое спросить, особенно зимой сейчас, ну, давайте так будем честно, но мы же не можем ни жить и не питаться, и мы не можем куда-то там, мы вернемся к еде, которая есть, и мы сами не будем его выращивать, и почва, и воздух, и вода все равно нас окружают те, которые мы как бы привыкли, поэтому огурец совершенно спокойно можно. Единственное, что я бы порекомендовала, это почистить верхнюю кожу. Ну вот, кожуру снять, потому что основное, вы же знаете, да, как бы вот скапливается в огурце именно самое в кожуре. А возьмите вот эту вот серединку просто, добавьте к салату. То есть мы все-таки себя постепенно к этому яду должны приучать, потому что... Я бы сказала, мы от него просто не можем 100% никуда деться. Вот и все. Хорошо, спасибо. Алло. Да, если... Скажи, пожалуйста, мои любимые специи, травки, авокадо, чуть-чуть оливкового масла, это допускается или лучше все-таки в 4 дня исключить? Ну, я бы вот, я не помню все просто, что есть в этой брошюре, все написано. Вот я же еще раз говорю, просто взять брошюру и хорошо прочитать, что можно. Вот Анка, все, я только про опыт спрашиваю, про ваш опыт, лично человеческий, твой, девочек. Да. Ну, я знаю, в прошлый раз хорошо очень Нина Дэшка рассказывала, она говорит о том четко, что чтобы получилось и полностью очистили, если мы говорим о желчи и о всем остальном, то, что скопилось в нашем организме, то добавлять ничего, что не входит в перечень, не желательно. Ну, то есть она даже говорит, нельзя, я бы так сказала. Спасибо. У нас всего 4 дня. Это совсем мало. Это специально создана программа, которая проходит всего 4 дня. Мне просто очень любопытно, как я пройду. Я думаю, что все будет окей. Вот да, как раз мы будем каждый день слушать, как прошло. Да,
Ну, если есть какие-то, я же говорю, проблемы или какие-то вопросы, то есть группа, сразу все пишем туда. Хорошо? Спасибо. Огромное тогда спасибо. Я думаю, что мы как бы... Кто сегодня вечером будет на встрече, добро пожаловать на Академию Forever. А мы встретимся завтра и поделимся еще более детально, да, что, как прошел второй день, какие наблюдения по себе, у кого как первый прошел, потому что я знаю, вот два человека у нас первый сегодня день как раз, и Аня, и Люда. Очень интересно. Поделимся обязательно. Если больше нет вопросов... Ha ha ha.